1600 сотрудников полиции обеспечивали общественный порядок в родительский день. По их данным, кладбище страны посетили не менее 343 тысяч человек. Инспекторы ГИБ также патрулировали трассы национального значения и улицы населенных пунктов. Всего в праздничные дни выявили свыше 8800 правонарушений. Глава Генинспектората полиции Виорел Черноутяну отметил в рамках пресс-конференции, что в пасхальные праздники на более чем 1500 кладбищах страны полицейские следили за правопорядком. Având un flux de 343.000 de cetățeni. Vreau să fac o precizare, acestea sunt doar polițiștii antrenați la biserici și cimitire. Больше всего полицейских обеспечивали общественный порядок на кладбищах в Кишиневе и пригородах. Au fost antrenați la Sfintele Paști, la 126 de lacașe de Sfinte, fiind antrenați circa 750 de angajați din suborni, la cimitirile de amplasat în municipiul Chișinău sunt robii, în total fiind 47 de cimitiri, au fost antrenați angajați poliție la măsurile de asigurare și menținere orei publice, fiind un număr total de angajați constituind 460 По данным главы Генинспектората полиции, праздники прошли относительно спокойно. Правда, общую картину в эти 10 дней испортили нерадивые водители. Патрульные зафиксировали свыше 8800 нарушений правил дорожного движения. Половина протоколов выписана из-за превышения скоростного режима. În anul curent, aceste 10 zile, avem 36 de accidente rutiere, raportate la anul trecut, 59 persoane traumatizate care au avut de suferit pe urma accidentelor rutiere. În perioada Paștelui avem 40 de persoane. Pe parcursul acestor 10 zile ale sărbătorilor de Paști nu am avut niciun accident rutier în care ar fi suferit sau au decedat persoane. Служба экстренных вызовов 112 также зафиксировала меньше обращений от граждан, чем в прошлом году. De la Paști până la Paștele Blajinilor, până la ziua de ieri, am avut 7509 apeluri 112. Cât privește anul trecut, chiar dacă în această perioadă la fel eram într-o stare de urgență, vedem că avem o descreștere la acest compartiment. По данным Генинспектората полиции, в этот период было зафиксировано также меньше преступлений, чем в прошлом году. Всего зарегистрировано 272 случая. В 2021-м эта цифра составляла 670.